И снова всем привет! Сейчас будут жесткие техники. Мы изучаем мануальную терапию. И если вы на столе не справляетесь с каким-нибудь большим грузным мужчиной, допустим, он гораздо тяжелее вас, то можно то же самое сделать на полу. Но тут нам понадобится ассистент. Встань, пожалуйста, вот тут. И вот так руки. Я за твои руки держусь. Встаем сначала на таз. Он, потому что самый надежный, крепкий. И вот начинаем вот с 10 ребра. Немножко я ногу под углом вот так вот и раскачиваю с таза. На таз весь тело перевел и сюда. На таз и дальше. И аккуратно остаешься. И дальше. Это вот раз прием. И второй, то есть вот так корпусом вес туда переносите, да, и можете маневрировать силой, да, не надо прям прыгать. А так легонечко. Раз, надавили. И уже там прохрустело было, да? Разворачивайте теперь со стороны головы. И теперь такой прием будет, как будто мы как лыжник спускаемся на лыжах вперед за счет приседа такого, да? Весь тело вниз опускается. Как лягушатки прыгаем, да? Да. Встаем на серединку. Держи меня крепко. Крепко держи, держи руками, вот захват. И вот вперед так. Раз. Вот, тоже начинаем. С грудного отдела, да. Да, это только на грудной. На поясницу, соответственно, лучше не вставать. Ну или на тазовую косточку, да? В крайнем случае. У нас есть такое правило, вот. У нас же чередуется лордоз, кифоз, лордоз, да? Где кифоз, давим туда. Где лордоз, либо скручивание, либо давим назад. Поэтому на поясницу не встаем. До новых встреч, дорогие друзья. Лучше вам быть здесь, чем отрабатывать на живой натуре.